Benfica. Number one, Rafael Thiago Oliveira. And the assistant coach, Rodrigo Barroso. Enzo Kiko. Городок небольшой, но при этом, друзья, вот Тиаго Виолош подает. Мы сейчас с Дарьей разберемся. Тиаго, можно да. просто Тиаго да, называть. А ты знаешь, да, ты с сайта смотрел, как они там называются на майках. Я да, так... я смотрела просто именно как это на официальном данные, сайте. Я-то да. паспортные данные у них собирал. Прекрасная прям атака. Корпус, да, играет. Это практически всегда наверняка. Ну, кстати, Лукаш Гаспар, 8 номер. И так у него Уга Гаспар написано. 40-летний ветеран. Там что-то в Италии слишком расслабились. А это, кстати, это первый эйс, как не старался его Касас спасти этот мяч. Первый эйс Александр Николов здорово показывает себя. Группа Лос Лобос, Волки. Вы их могли слышать в но саундтреке. Это он покреативил, это он молодец. Да, Педро Лобо, это Петр Вольф. Да, и сейчас он... Впереди Бенфика в ней. Да, подает Рафа, принимает его подачу и тут же играют первым темпом игроки Чевитановы. В защите Бенфика здорово тот же самый Рафа сыграл. Еще одна попытка для Чевитановы. И вновь Рафа достает мяч от блока на лицевой линии. И успевает, да, нет игры на стороне соперника, розыгрыш продолжается, Янт под блок, и блок попадает. Мяч после блока попадает в площадку. И вот это первый блок, по сути, должен быть у Бенфики. Не выигрывали они, по-моему, очков раньше на блок. Давайте посмотрим, хотел бы я увидеть, попал мяч или нет, но не через трос подает Марлон Янт Эррера. И Баласу даже здесь поднял мяч, но к этому уже кубинский доигровщик Чевитановы готов не был. 20-19, после тайм-аута Бенфика снимается с подачи Чевитановы и набирает столь важное 20-е очко. Надо было усилить, потому что на подаче другой центральный, а именно Симон Анзани. Но все-таки Бенфика забирает первую партию. Вот так, друзья, с минимальным преимуществом. 25-23. И скажите, кто из вас это прогнозировал? Я точно нет. Я вообще думал, что матч в трех партиях закончится. А ну, по такой игре Чевитановы он может закончиться в трех партиях только в пользу Бенфики. Если та еще перестанет ошибаться, смотрим за подачей Бенфики. Тиаго Виола достаточно аккуратно подает и Чинес не играет первый темп, но Николов... Обернулся, он так посмотрел на первого судью Владимира Симоновича в том плане, что не посчитал ли он эту скидку с технической ошибкой. Но вроде все было здорово. Молодых итальянца вышли на площадку, заменили Александра Николова и Марлона Эрреру. 15-18. Ну, честно говоря, я абсолютно согласен здесь же Лоренцо Блингини. Доигровщики очень-очень слабо показали себя вот в этих почти двух. Есть прием. И прекрасно достает здесь Виолош. Просто на прямых ногах. И это опять же... Нет, отличная подача. Рафа справился с приемом, так что я был неправ, признаю. А вот как же неудобно, а? Вот почему именно туда решили сыграть? А, я знаю, почему. Потому что Дечека отправился отдыхать, да, Николов выполнял сейчас роль связующего. 24-21, 3 сетбола, но действительно здесь можно только плечами пожать болгарскому доигровщику. Не его это обязанность выполнять передачи во вторую зону на диагональ. Давай так, решение даже при таком раскладе было не самое очевидное. Нет, ну почему он подключал диагональ? Это эйс. Вот так выход на замену. Вот так усиление подачи. 25-21. Сейчас Дитер Галь, конечно же, что тоже имеет место. Вольф Арштеттер сравнивает счет. Составит сборной Франции. А еще и лучший блокирующий Олимпиады в Токио. Лучший блокирующий. Сегодня без единого блока. Нет, одно очко у него есть, но оно не на блоке, оно в атаке. Жапа тем временем прекрасно атакует у Бенфики после отличного приема. Составит сборной Франции. А еще и лучший блокирующий Олимпиады в Токио. Лучший блокирующий. Сегодня без единого блока. Нет, одно очко у него есть, но оно не на блоке, оно в атаке. Жапа тем временем прекрасно атакует у Бенфики после отличного приема. Ну да, его Касса сыграет на приеме, а Силва Бернардо выходит для игры в защите. А вот Фабио Балазо один справляется с приемом из защиты в составе Чевитановы. Да и вообще, можно сказать, что он один справляется, в принципе, из всех игроков.
отыгрывается от блока Угу Гаспар. И Жапа. Нет, страхуют там Николов блокирующих. Ну вот, да, ладно, я хотел сказать один, но все-таки нет. Сегодня хороший Габриэль Хосе Гарсия Фернандес. Самый результативный в составе Чевитанова диагональный. И здесь он тоже не сплоховал. Атаки 44 на 38 в пользу Бенфики. Байт какой здоровский от Рафы. 11-10. Азарт выиграет все в трех партиях. Когда изначально они вряд ли ставили на это. Вольфарштеттер 12-11. Но, может быть, показал Владимир Симонович. Симонович показал. Не видел. Ну, в общем, неважно. 24-19. И сейчас будет первый темп, который поставит точку в партии. Подрев трибун. Симон Анзани. Ну, несложно. Подает. И тут же скидку. Попытался сделать скидку. Да. Еще раз. Но со второй попытки связующий Бенфики реализовал свою мечту. Спокойно Рафа принимает. А вот здесь надо посетовать на связующего. Там очень здорово забегал Рафа в четвертую зону. Но решил сыграть первый темп, которому по высоте не был готов Петр Вольфарштеттер. Ну, смотрите. Не то, что... Вновь Рафа на приеме. Теперь диагонального подключает. И здорово Жапа там не растерялся, сыграл в защите. Даже попробовали атаковать. А вот здесь касание сетки определяет второй арбитр. Можно, конечно, провести параллель, что Александр Виновеев болгарин, как и играющий в Чевитанове Александр Николов, но вряд ли настолько глубокой конспирологии. Все проще гораздо. Кстати, португальцев меньше, чем бразильцев. Это эйс. Второй эйс из четырех подач. Вот такая статистика Бернарду Вестермана. И... Палазун на приеме. Попадает Гарсия Фернандес. 16-16. Да Чеку будет подавать. У Чева отыграется. Пабло на приеме. Сам же будет атаковать. Один сетбол отыгрывает. Попадает. 20-24. Трос смягчает подачу Пабло. Ну и тайбрейк, друзья. После атаки Александра Николова. 25-22. Отдохнет. Марлон Эррера принимает. Николов хотел очень просто скинуть. Так Угу Гаспара не проведет. А вот так уже другое дело. 19 очко Габриэля Гарсии Фернандеса. Сумасшедшая результативность. Хорошая подача. Рафа справляется с приемом. Пабло остался на площадке. Но не смог пробить Балазу. 2-0. Драма, да. Для написания нового альбома. А мы теперь... проиграли первый матч Лиги Чемпионов. Угу Гаспар. Николов даже успевает торжествующий кулак вверх поднять. 8-4. Эйс. Выбитый прием. Какой-то гений подачи спал, оказывается, все это время. В Лукасе Дос Сантосе. Снова переходящий мяч. И... Здесь сейчас главное, вот я об этом и говорил, что главное, чтобы кураж не превысил здравый смысл. Не попадает. Не попадает Габриэль Хосе Гарсия Фернандес. Какой матч мы сегодня с вами смотрим. И снова неплохо. Ну вот здесь уже наверняка играет диагональный Чевитановы. 13-12. Поверим. Но если не спорит, да, сильно Бенфика, я думаю, что вопросов нет. Здорово играет Пабло. 13-14. Гаспар подает. И Марлон Эррера ставит точку. 15-13, друзья. Уступая по ходу встречи 2-0. Но вот в такие моменты всегда обидно за Бенфику. Даже не потому, что они вели 2-0 и проиграли 3-2 сильному сопернику в гостях, а потому, что они даже на пятой партии дожали, довели до минимального разрыва. Гаспар подает. И Марлон Эррера ставит точку. 15-13, друзья. Уступая по ходу встречи 2-0. Но вот в такие моменты всегда обидно за Бенфику. Даже не потому, что они вели 2-0 и проиграли 3-2 сильному сопернику в гостях, а потому, что они даже на пятой партии дожали, довели до минимального разрыва. С лучшим бомбардиром встречи для вас этот матч прокомментировали Дарья Неревенько и Виталий Мазаев. Мы прощаемся, но...